Snapdragon 845 на сегодняшний день является самым мощным мобильным процессором на рынке, конечно же, если не брать в расчет яблочный A12 Bionic. Но ведь вы же понимаете, это абсолютно закрытый процессор, созданный специально для устройств от Apple. И примерно подобным будет 7-нанометровый Kirin 980, который также уже совсем скоро покажут, и будет он только в устройствах от Huawei. Примерно в то же время должны показать и Snapdragon 855. Но этого еще не случилось, и по факту лидером на рынке Android устройств является 845 Snap. Недаром все верхние строчки бенчмарка AnTuTu занимают устройства именно с этой системой на кристалле. Драконы всегда были чем-то большим. В них встроен как и центральный процессор, так и видеочип и множество других контроллеров. Именно поэтому 845 Snapdragon от компании Qualcomm является на данный момент самым востребованным мобильным процессором. Специально для вас создатель паблика «Мой компьютер» Михаил собрал самые недорогие модели смартфонов на данном процессоре. Цены использовались, естественно, на глобальные версии с Яндекс.Маркета, то есть они усредненные, и в любом случае вы можете найти более дешевый такой же смартфон, например, из Китая или где-нибудь по акции. Совершенно неудивительно расположение в самом начале списка Pocophone F1 от Xiaomi, который, как и предполагалось, должен был стать самым дешевым флагманом на рынке Android смартфонов. Начальная стоимость 24 тысячи рублей и выше, в зависимости от объема внутреннего хранилища и количества оперативной памяти. В самом базовом варианте мы получим 6 гигабайт оперативной памяти, 64 внутренней, отличную двойную камеру сзади и достойную фронталку, безрамочный IPS-дисплей с диагональю 6,18 дюйма и, конечно же, 845 Snapdragon. Минус только в том, что вы не получите NFC-чип, что на самом деле печально, неужели настолько сложно встроить его в смартфон? В любом случае, Pocophone F1 является самым дешевым смартфоном на 845 драконе. Следующий в списке снова смартфон от Xiaomi, а именно Mi 8. По факту то же самое, что Pocophone, но уже с AMOLED-дисплеем и, что самое главное, NFC-чипом. Стоимость Mi 8 начинается от 27 300 рублей, но, естественно, можно найти и дешевле. Следующий снова Xiaomi, и это Mi Mix 2S. В кои-то веки смартфон без челки, в достаточно приятном дизайне, со стереодинамиками и все же с одним минусом. Фронтальная камера располагается снизу корпуса, дабы в верхней части получить абсолютную безрамочность. Начальная стоимость Mi Mix 2S 30 200 рублей. Ну, конечно же, есть и дороже, с большим объемом оперативки и внутренней памяти. Но в любом случае за данную цену это отличное решение с 845 Snapdragon, особенно если вам не важны селфи. Следующий смартфон, по моему мнению, лучший в данном списке. Это Meizu 16. Превосходный дизайн, Super AMOLED дисплей, отличная камера как и спереди, так и сзади, отсутствие моноброви, наличие мини-джека, сканер отпечатка пальцев под экраном, стильная кольцевая вспышка от Meizu, отличная оболочка Flyme. И что самое главное, в качестве процессора мы получаем 845 Snapdragon. Конечно же, есть и один минус, это отсутствие NFC-чипа, что в принципе неудивительно. У смартфонов Meizu такая история очень часто. Лишь несколько устройств его получили, что лично мне опять же непонятно, но количеством плюсов это все компенсируется. А что же касательно начальной стоимости, 32 тысячи рублей за самый базовый вариант. Это 64 гигабайта внутренней памяти и 6 оперативки.
За эту же цену от Xiaomi можно получить смартфон под названием Black Shark, который изначально позиционируется как геймерский фаблет. Дизайн его действительно интересный, и что приятно, в комплекте вы получите крутой чехол-бампер, который делает смартфон еще более удобным для игры. Также можно докупить и специальный одноименный геймпад Shark, что, конечно же, тоже приятно. Касательно железа, все в принципе стандартно. 845 Snapdragon, 6 или 8 гигов оперативки и от 64 до 256 гигабайт внутренней памяти. К сожалению, в России он официально не продается, поэтому я и поставил данный смартфон после Meizu, ведь его официальная стоимость будет куда выше 32 тысяч рублей. А вот на AliExpress он стоит именно столько же, сколько у нас официально Meizu 16. Вы не поверите, но примерно за эту же стоимость можно приобрести суперфункциональный смартфон OnePlus 6. Он имеет самый большой дисплей среди нашего топа с диагональю 6,28 дюймов, уникальную оболочку от OnePlus Hydrogen OS, которую просто обожают гики, и она славится своим быстродействием. Еще из приятного, в комплекте вы получите Quick Charge зарядку, естественно, у смартфона есть NFC модуль, превосходный Optic AMOLED дисплей, возможность записывать видео в 4К и 60 FPS и даже влагозащита. За начальную стоимость в 32 850 рублей это одно из самых лучших решений, особенно для тех, кто любит покопаться в настройках. Удивительно, но в наш топ попадает еще и флагманский смартфон от компании Asus, а именно Zenfone 5Z. За начальную стоимость в 34 тысячи рублей мы получаем практически безрамочный 6,2-дюймовый дисплей, занимающий 90% площади лицевой панели. При этом у вас будет 8 гигабайт оперативной памяти и 256 внутреннего хранилища, что очень достойно при такой цене. Также специфичный и достаточно приятный дизайн от Asus, поддержка беспроводной зарядки Quick Charge, возможность вместо одной симки поставить карту памяти и, в принципе, неплохую основную камеру. Один минус – достаточно слабая фронталка, что неудивительно при такой безрамочности. Напоследок остается еще один достаточно неоднозначный смартфон от компании ZTE, а именно Nubia Z18. Интересный смартфон со специфичным дизайном, официально не продающийся на территории Российской Федерации, также на основе Snapdragon 845, с неплохой камерой сзади и даже достойной фронталкой, который как раз таки примерно за 34-35 тысяч можно приобрести на AliExpress, после чего в течение 20-30 дней получить и пользоваться без проблем. Но, честно сказать, за последнее время компания ZTE сильно теряет свои позиции, хоть и не перестает выпускать интересные смартфоны под брендом Nubia, плюсом которых является еще и достаточно быстрая и простая в использовании оболочка Nubia UI, которая совсем недавно обновилась до 6-й версии, что обещает сделать ее еще быстрее и оптимизированнее. Хотя, как по мне, 845-го Snapdragon хватает для любой оболочки. На этом наш сегодняшний топ заканчивается. И, как по мне, каждое устройство достойно уважения. Вопрос лишь в том, что вам больше нравится с точки зрения дизайна, некоторых нюансов и тому подобного. За данный топ стоит сказать отдельное спасибо Михаилу из паблика «Мой компьютер», поэтому как минимум поставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на данный YouTube канал. Чем больше будет подписок, лайков, комментариев, просмотров и тому подобного, тем чаще вы будете видеть интересные и познавательные видосы. Спасибо всем за просмотр, с вами был Хомиш, удачи и до новых встреч!